Слава Иисусу Христу, слава нашему Спасителю, Господу Всемогущему, хвала Богу, аллилуйя. Ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Дорогие друзья, приветствую всех вас именем Господним. Именем Иисуса Христа приветствую из города Киева, с нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Аллилуйя! Спасибо тебе, Господь! Вот, поздравляю всех с праздником, продолжающимся праздником Пурим. Сегодня второй день праздника уже. Сегодня у нас по гражданскому календарю 22 марта. Сегодня 2019 года, а по библейскому исчислению сегодня полнолуние, 15 уже число месяца Адара 2, 5779 года от сотворения мира. Вот. Завершается 3330 год от нашего исхода. Вот, потому что после Пурима следующий праздник уже Пасха, вот, и месяц Нисан, следующий месяц за Адаром, да, это первый месяц, мы называем его, потому что в Библии он так называется, вот, начало исчисления лет. Да, друзья, и благодарю Бога Всемогущего за Пурим, Хаг Пурим, Самеах. С праздником Пурима всех поздравляю, потому что это праздник для евреев, неевреев, для иудеев, христиан, для всех, кто Библию чтит как Божье Слово. Это праздник великий, праздник святой, праздник действительно победы. Вот, и да, на самом деле удивительно, но этому празднику, истории этого праздника, да, возникновения предыстории и истории, посвящена целая книга Библии. Одна из 66 книг канонической Библии нашей, да, христианской тоже, вот мы говорим, да, она посвящена именно этому празднику. Книга Исфири, книга Свиток Эстер, Магилат Эстер, раскрываемая, скрытая. Интересно звучит даже. Да, и мы раскрываем сокрытое в этой книге. Действительно, мы восхищаемся Богом. Я, перечитывая книгу Исфирь и в эти дни, и вот вообще, даже не только на Пурим, вообще даже и в течение года не раз открываю ее, я восхищаюсь Богом святым, восхищаюсь Его премудростью, восхищаюсь и удивляюсь Его промыслу, тому, что в Новом Завете уже выражено, Брит Хадаша, да, в Новом Договоре, в Новом Завете выражено как словами такими, любящим Господа, да, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Удивительно, конечно, удивительно. Спасибо, Боже Всемогущий, за все. Вот здесь сейчас смотрю. Кто подключился, приветствую всех. Кто подключается. Так. Вот я хочу даже эту цитату здесь поставить сейчас. 28 стих, да. Угу. Римлянам 8, 28. Сейчас я вот постараюсь здесь поместить его, процитировать. Так. Копировать. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Написано так. Римлянам 8, 28. Попробую здесь тоже. Так, получится? Да. Ну, все. В сообщениях поместил. И постараюсь сейчас вот даже здесь тоже поставить в комментариях, чтобы, потому что когда потом будут смотреть люди, которые не могут утром в 6 утра по киевскому времени, да, подключиться, то тогда уже
открывая это видео, будут под видео смотреть этот комментарий сразу как раз. Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Вот это место из Писания, оно, этот день сотворил Господь для радости и веселья, шалом всем. Светлана пишет, да, аллилуйя, слава Богу, шалом, шалом. Вот, и я еще под впечатлением этих занятий эти дни, вот, и вчера преподавал тоже здесь вот в школе христианского, школа библейского христианского мировоззрения, вот так вот называется. Вот, и сегодня буду продолжать, да, сегодня у нас будет, планировали делать экскурсию, как бы там, уличную прогулку, но по погодным условиям решили, ну, прохладно еще все-таки в Киеве, решили отложить это на апрель месяц, вот, можете присоединиться тоже к нам, я объявление выставлю пораньше, чтобы могли тоже киевляне, гости столицы могли отреагировать, как-то запланировать и тоже присоединиться к нашей такой молитвенной прогулке, экскурсию, посетить Киев, вот именно такие места, вот такие исторические. Даст Бог, побываем и в Мамаевой Слободе, да, кстати, я там ни разу еще не был еще, в Мамаевой Слободе. Вот, и посмотрим элементы украинской культуры, архитектуры. Вот, так что, ну это в апреле месяце, это уже даже середина апреля, я так предполагаю, будет уже. Вот, а сегодня, да, я продолжаю занятия в этой библейской школе, поэтому спасибо всем за поддержку, за участие в моем служении Господу, вот, и за то, что смотрю я, подсоединяйтесь к трансляциям, слава Богу, прямым трансляциям, да и потом смотрю уже, допустим, утром смотрю, уже получается даже еще больше людей посмотрело это видео, получается сохраненное видео с трансляции посмотрело уже. Слава Богу, спасибо Боже, Боже за все, спасибо. Аллилуйя, аллилуйя. Сегодня хочу совершить хлебопреломление вместе с вами. Господа за все, поблагодарить за все, за все, за все. Вчера я свидетельствовал как раз тоже. В таком пуримном ключе свидетельствовал о Божьем Пуриме в судьбе верующего человека. Рассказывал о себе, в первой части, по крайней мере, первый урок. Сегодня планирую продолжить, даст Бог, как раз вот именно прямо с утра. Да, в 9 утра молитва, трансляция будет, даст Бог, получится. Вчера получилось, слава Богу, очень хорошо даже. Там братья и сестры пели, молились, вот, на английском языке, там, с куплетами на русском языке. Вот сама атмосфера, это вот поклонение Богу, потрясающее, слава Богу. Вот, очень такие любящие Господа, искренние сердца, верующие с разных стран, с разных народов, вместе славим Бога. Вот с 9 утра трансляция этой молитвы. А уже с 10 утра уже трансляция будет тогда сделана, даст Бог, значит, с занятия самого. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю тебя, Господь. И благословляю великое имя Твое, Отец наш, сущий на небесах. Аллилуйя, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь, аминь, аминь. Благодарю Тебя, Господь, Боже, за эти дни. Пурима, Господь. Вчера начало этого праздника, сегодня продолжение. Шушан Пурим, Господь, Пурим в Сузах. Боже, благодарю Тебя за Катан Пурим, за Малый Пурим в наших судьбах, в наших семьях, в наших общинах, церквях, конфессиях, деноминациях, народах, странах. Боже всемогущий, я знаю, что Ты тот же, что во времена Исфирии, во времена Мордехая. Господь, Ты тот же великий Бог. И Ты, Господь, сегодня, Боже, совершаешь свой пуримный переворот и здесь, Господь, в Украине, и в других странах мира, общепланетарно, Господь,
Боже, как невидимый режиссер, Господь, всего происходящего здесь. Боже всемогущий, и Тебе вся слава и хвала, вся слава и хвала, великий Боже наш. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя за все. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Аллилуйя. Слава Богу всемогущему. Аллилуйя. Аллилуйя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя. Славлю Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Из тесноты воззвал я Господу, и Он услышал и спас меня. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Из тесноты воззвал я Господу, и Он услышал и спас меня. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Славлю Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Благодарю Тебя, Господь, милостивый Царь. Благодарю Тебя за Твою любовь, Боже всемогущий. Благодарю Тебя за этот праздник Пурим, Господь. Боже, восхищаюсь Тобою, Боже, дивным во святых Своих. Восхищаюсь Тобой, Боже, благодарю Тебя за царицу Эсфирь, за Мордехая, за то покаяние, которое, Боже, свершилось, этот шува, возвращение к Тебе, Господь. Тогда, почти 2500 лет назад, во времена, Господь, царицы Эсфири, благодарю Тебя, Господь, что, Боже, и царица Эсфирь, и Гадас, Адасса, и Мордехай, и очень многие иудеи, они смирялись пред Тобою, Боже, они молились, они постились, они каялись, Господь, и Ты помиловал, Господь, народ свой, Боже, Ты любишь миловать, Господь, и совершать чудеса, Боже всемогущий, да такие, что, о Боже, Господь, спасибо Тебе, что до сих пор, Боже, мы просто в восхищении, в благодарении Богу, спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благодарим Тебя, Боже, перечитывая книгу Эсфири, Боже, действительно мы видим тайну бытия, и как написано в Новом Завете, знаем, аминь, знаем, что любящим Бога, любящим Тебя, Господь, призванным по Его изволению, Тобою призванным всем, да, все содействует ко благу, аминь, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже всемогущий. Благодарю Тебя, что ко благу, Боже, обращаешь, превращаешь все, Господь, Боже, любящим Тебя и призванным Тобою. Спасибо, спасибо, спасибо. Слава Тебе. Твоя воля да осуществится на этой земле, Господь, в полном объеме, во всей полноте своей. Аллилуйя. Машиах, гряди. Иисус, возвращайся. Гряди, Господи, Иисусе. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Славлю Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славлю Господа, ибо Он благ,
ибо вовек милость Его. Слава Тебе, Господь, всемогущий Бог наш! Благодарю Тебя, Господь, Ты так возлюбил мир, так возлюбил нас, меня, всех, каждого из нас в отдельности и всех нас, все истрадавшееся человечество, весь этот мир, Господь, все творение свое возлюбя, все творение, которое стенает и мучается, ожидая откровения, Господь, сынов Твоих, Боже, и это откровение приходит, Господь. И через хлебопреломление, Евхаристия, доколе Ты придешь, Господь, мы совершаем это, Боже всемогущий. Благодарим Тебя, Господь, за все. Благодарим. Слава Тебе и хвала, Господь. Слава Тебе и хвала. Боже всемогущий. Слава, слава, слава и хвала, Господь. Слава Агнцу Божьему. Благословен Господь, благословен Царь Вселенной. Возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас, отдавший кровушку свою за каждого из нас. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо. Братья, сестры, совершим хлебопреломление, причастие, Евхаристию, рассуждая о теле и крови Господа Иисуса Христа, рассуждая об этой великой тайне спасения. Благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя. Аминь, аминь, аминь. О, спасибо Тебе, Господь. Налейте себе соку, возьмите себе хлебушка и помолимся вместе. Если нет сока, даже просто воды налейте себе и возьмите хлебушек. Любой, нет пшеничного, ржаной, какой угодно, сухарь какой. Главное, поразмышляйте сейчас о теле крови Иисуса. Мы с детьми как-то причащались, причастие делали вот здесь, в Киеве. Молоко у нас было и пряники. Все, вот и мы совершили причастие как раз вот именно молоком и пряниками, вот рассуждая о теле и крови Христа, это было причастие, действительно причастие тела и крови Иисуса. Вот, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе. О, спасибо Тебе, Господь. Причастие это не просто качество вина или хлеба, причастие это рассуждение о теле и крови Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Царь Вселенной всей, спасибо. Благодарю Тебя, благодарю. Благодарю Тебя, Господь. Благодарим, благодарим. За Твою любовь благодарим, благодарим. Достоин Ты вечной хвалы. За Твою любовь благодарим. Тебя я благодарю, благодарю, за Твою любовь благодарю и доброту. Достоин Ты вечной хвалы, за Твою любовь благодарю. Тебя я благодарю. Благодарю за Твою любовь и доброту, благодарю. Достоин Ты вечной хвалы, за Твою любовь благодарю. За Твою любовь и доброту я за все Тебя благодарю. Я Тебя, мой Бог, за все благодарю. Спасибо, спасибо. Благослови, Господь, сегодня, Боже, это причастие, Евхаристию, это хлебопреломление. Благослови, Господь, сегодня совершить, Боже, рассуждая о теле крови Твоих. Благодарю Тебя за все. Слава Тебе и хвала. Слава Тебе и хвала, Господь, спасибо. Спасибо, Святой, спасибо, спасибо, праведный Бог наш. Аллилуйя. Боже, благослови. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб с небес. Хлеб с неба, сошедший Иисуса Христа, праведника, Агнца своего. Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Тебя, Ава, Отче,
Иегова, Творец неба и земли, всего видимого и невидимого, Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог Израиля, Бог патриархов, пророков, любящий Отец наш, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб. Спасибо Тебе, Господь. Чтобы всякий верующий в Тебя имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, милостивый Государь, благодарю Тебя, Бог великий, благодарю Тебя, Ава, Отче, Папочка, Папа, благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за кровь святую Иисуса. Мы с Тобой одной крови, Ты и я. Одно тело и одно дело. Одна кровь, кровушка одна нас соединила. Спасибо Тебе, Господь, вечное и временное. Соединено кровью Иисуса Христа. Вечное и временное, соединено кровью Иисуса Христа. Наша реальность, эта реальность, Тобою созданная, и Твоя реальная реальность, более реальная реальность, соединены мы кровью Иисуса Христа праведника. Земля и небо соединены кровью Иисуса Христа, праведника. Слава Тебе, Господь Святой! Братья и сестры, примите, едите. Ешьте тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Рассуждая о теле Иисуса Христа, о крови Его Святой, рассуждайте. Правильно, рассуждайте, пожалуйста, благочестиво, чтобы все великие благословения Бога, они не проходили бы мимо, но нашими становились бы эти благословения. Я рассуждаю вместе с вами сегодня об этом таинстве великом. Кровью Иисуса Христа, телом ломимым Сына Божьего, я спасен навеки. Я прощен Богом, исцелен Создателем моим, спасен величайшей ценой во Вселенной. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, драгоценный, и ничто не разлучит нас с Тобой. Кровь Христа Иисуса, тело Господа моего, Спасителя моего, брата моего, друга моего, искупителя моего, целителя моего, Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа исцелила меня. Кровь Христа освободила меня. Аллилуйя! Слава и хвала за кровь Твою! Слава и хвала за кровь Твою, слава и хвала за любовь Твою, мой Господь и Царь. Слава Иисусу Христу, навеки слава Богу Святому. Аминь.
ешьте, пейте, рассуждая о теле и крови Христа. Аминь. Аминь, аминь, аминь. 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 Кровь Христа Иисуса. Кровь Христа Иисуса. Тело и кровь Христа Иисуса. Это я. И ты. Тело Христа Иисуса, кровь Христа Иисуса. Я и Отец одно. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо. Мы с тобой одно. Лехаем. Будьмо. За жизнь. Аминь. Аминь, аминь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Спасибо тебе, Господь. Кровь Христа омыла меня. Кровь Христа освободила меня, кровь Христа исцелила меня. Аллилуйя. 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 Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. Боже всемогущий, благодарю тебя. Ибо так ты возлюбил мир, что отдал Сына Своего, Единородного Своего, кровушку Свою за нас отдал, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя за победу Твою, благодарю Тебя за исцеление Твое, спасение Твое. Благодарю Тебя, Святой, благодарю, благодарю, благодарю. Благоставляй моих братьев и сестер великим Твоим именем. Святой, 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 Кадош, 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 Адонай, Элохим, Цеваот. Благословен Господь, благословен Бог и Царь. Аллилуйя. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Братья и сестры, благословляю всех вас в этом дне. Благословляю всех вас во имя Господне. Аллилуйя. Поздравляю всех паки и паки, что называется, снова и снова. Вновь и вновь поздравляю с праздником, продолжающимся, с Пуримом, да, Шалом и с Пуримом, да, Милана, тоже. Всем святым в Харькове, всем святым, кто в трансляции сейчас онлайн, кто потом видео будет смотреть, это Шалом, всем мир Божий, Господний мир, и поздравляю с Пуримом, божественным Пуримом в наших судьбах. Перечитываем в эти дни мы книгу Эсфири и Магилат Эстер. Рассуждаем о том Пуриме, что произошел там почти 2500 лет назад. Но и благодарим Бога за тот Пурим божественный, который совершает Он вообще в истории человечества. Спасибо тебе, Господь. И благодарим Бога Всемогущего за Пурим. Катан Пурим мы называем это. За тот Пурим, который в наших судьбах происходит. Аллилуйя. Благословляю вас, братики и сестрички, дочечки и сыночки небесного нашего папочки. Благословляю вас
И напоминаю, что в 9 утра трансляцию я сделаю, даст Бог, успею как раз с утренней молитвы. Там уже в школе, библейской школе, школа библейского христианского мировоззрения называется. Молодежь с миссией. Кто в Киеве, приезжайте, буду рад увидеться лично. Вчера приезжали братья двое, буду рад увидеться. Не успевайте к молитве, попозже подсоединяйтесь. Здесь с 10 утра занятия и до 13:00 по киевскому времени занятия продолжаются. Если даже, как те братья приехали уже, там, уже почти к концу занятий, к 13, нормально. Мы пообщались, потом посидели, пообедали, покушали, пообщались, помолились, слава Богу. Так что добро пожаловать. Если не сможете быть на занятиях, это на Сокарках, там на от этого от Славутич, недалеко от Славутич, станция метро Славутич. Вот, если не сможете быть лично, то тогда уже онлайн посмотрите занятия. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. До встречи. С Богом. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь.